Кстати, шефу передай, нужно перчаток заказать. Пару баллонов ВДшки и накидки на сидухе. А то не сегодня-завтра закончится. Окей, не вопрос. Так, с этой все. Кстати, ты вчера еще за что-то говорил. Точно. Растворитель еще нужно, а то заканчивается. Вот мудаки. Что случилось? Да в кредите отказали. Ты знаешь мою ситуацию. Я им все справки, все документы, все принес. Я не первый раз уже у них беру. Все всегда вовремя отдавал, и все равно отказали. Слушай, что ты паришься? Вон, бери мою машину и езжай в другой банк. Один банк, что ли? Да как? Ты мне сам клиента на 10 часов записал. А я еще не знаю, он сам сюда доедет или нет. А у пацанов вон все расписано. Слушай, Глеб, ты не волнуйся. Он приедет, я попрошу его оставить машину. Ты свои вопросы порешаешь, бегом сюда. Вечерком все сделаешь, с утра мы ему тачку спокойно отдадим. Я тебе говорю. А, давай, езжай, справимся. Давай, давай. Добрый день. Добрый. Я записывался на 10 по системе охлаждения. На 10. А, да, я понял. Но, к сожалению, у нас тут небольшой форс-мажор приключился. Мастер ваш вынужден был уехать по семейным обстоятельствам. Но вы не переживайте, он сегодня будет, вечерком приедет, за ночь все сделает, и вы утром машину спокойно заберете. Оставить машину на ночь? Вы чего, на приколе? Какие на ночь? Подождите, я же записался на 10. Я понимаю, но, к сожалению, быстрее мы вашу машину сделать не сможем. У нас заняты все механики. Ладно, я понял. Я поехал. Сергей, подождите. Я бы не рекомендовал вам ехать с такой полосой. Слышь, вы для начала со своими форс-мажорами разберитесь, а потом будете мне что-либо рекомендовать. Алло, Лёх. Здорово. Слушай, мне помощь твоя нужна. Да разорвало долбанный патрубок охлаждения, он антифризом всю дорогу залил. Ты можешь приехать меня забрать? Да какой нахрен час, Лёха? У меня через 40 минут переговоры. Ладно. Пока. Уважаемый, ты хоть бы аварийку включил? Ты на меня еще протокол составь. Дебил, бля. Я же говорил, что ты дебил. Уважаемый, спокойно, спокойно, спокойно. Да, Давид Маркович? А ты где? А хотя мне насрать, где-то. Давид Маркович, я... Переговоры это уже не в первый раз. Ты это понимаешь? Давид Маркович, у меня... Я тебя вообще видеть не хочу, чтобы завтра с утра у секретаря на столе было твое заявление. Ты понял? Сука. Thank you.
Алло. Да. А ты где? Ты что, забыл у нас встреча с родителями? Да что ты орешь? У меня машина сломалась. В смысле? Ты опять на старая копель дурной? Да кому ты рассказываешь? Да что ты орешь? Я говорю, истеричка. У меня машина сломалась. Я три раза набирала. Видеть тебя больше не хочу. Козел. Да пошла ты, сука тупая. Дружище, привет. Ты не против, я присяду? Я тут краем уха слышал, у тебя день хреновый выдался. Хреновый, да? Слушай, у меня не день, а какой-то дурдом, какой-то бардак, ну трэш, просто вообще караул. Давай бухнем, а? Я угощаю. Меня, кстати, Серега зовут. Я Сергей. О, тезка, это хороший знак. Официант! Молодой человек, я прошу прощения. Молодой человек, я прошу прощения. Мы уже закрываемся, ваш друг уже давно ушел. Могли бы вы рассчитаться? Пацаны, есть закурить? Закурить. Ой, да ладно. Да закурить-то есть. Да ты такого не куришь. О, наш пацан.
Говорю, ваши документы. А в ответ: эй, Вася Слющий, да? Зачем тебе мои документы? Ты представляешь, я Вася. Глянь. Слышь, Юрец, ты что сидишь? Уже без 5-6. Весь наш кредитный в кабак пошли. Давай догонять. Сейчас, подожди. У меня последняя заява на выдачу кредита. Задолбал своими кредитами. У нас этих попрошаек полный вагон. Блин, Серега. Нормально, пойдем. Там новенькие, вот такие тебе понравятся.